вечер. В эфире азербайджанского телевидения. Новости в студии Сара Гамзаева. О самом главном прямо сейчас. Подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на Кяхбаджарском и Лачинском участках государственной границы. Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Анара Ивазов, сегодня примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства. Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечарском районе и Гаракельсе, армянские войски подразделения атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах. Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов позиции азербайджанской армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате получили ранения двое военнослужащих азербайджанской армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. В целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединением и силами, дислоцированными на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция. Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны. Большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев. Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом. В другой информации Министерства обороны говорится, что армянская сторона применяет артиллерийские установки на государственной границе, открыла огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении наших подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района. Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры в целях пресечения провокации армянской стороны. Уничтожены противотанковая установка и миномет врага. Ситуация на границе остается напряженной, военная операция продолжается. Тем временем азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении. Боевая активность противника вдоль государственной границы отслеживается нашими подразделениями. Армянские военнослужащие в страхе и смятении оставляют свои позиции. Среди личного состава царит паника. Живая сила и военная техника вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Боевая техника противника выведена из строя. Подразделения азербайджанской армии владеют оперативно-тактическим преимуществом. В очередной раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за эскалацию ситуации на границе. Доводим до вашего сведения сообщение отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности Азербайджана. В сообщении говорится, что в последние дни в ряде СМИ и социальных сетях распространяется несоответствующая действительности информация, преследующая целью посеять панику среди населения, ввести в заблуждение общественное мнение в связи с некоторыми провокациями, совершенными подразделениями вооруженных сил Армении на государственной границе. Тиражирование такого рода предвзятых, ложных и вводящих в заблуждение общественное мнение новостей влечет ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Призываем граждан не верить подобным безосновательным, неуточненным у соответствующих госорганов, распространяемым без ссылки на официальные источники сообщениям, наносящим урон национальной безопасности и интересам Азербайджана, говорится в сообщении. Официальный Ереван, пытающийся совершить провокации, должен понять, что эти реваншистские шаги плохо закончатся для Армении. Не нашедшая поддержки на международной арене Армения не сможет добиться желаемого, драматизируя ситуацию в регионе. Последовательная реализация азербайджанским государством принципов заявления 10 ноября толкает проигравшую сторону на усиление военной риторики и военную эскалацию. Интенсивное нарушение режима прекращения огня с первых дней ноября в Лачинском, Кельбаджарском, Шушинском и других направлениях можно объяснить рядом причин. Ереван, будучи не в состоянии изменить новые реалии и претворить в жизнь идею о статусе Карабаха, осознавая, что не сможет обеспечить международную поддержку в этом вопросе, вновь идет по пути драматизации процессов. А неудачные попытки в этом направлении сопровождаются серьезными отставками в Армении. Спекуляции Аршака Карапетяна, незаконно посетившего Карабах на прошлой неделе и пытавшегося якобы поднять боевой дух кучки военнослужащих, дорого обошлось ему.
Министр обороны был отправлен в отставку. А еще один неудачный кадр Никола Пашиняна, вице-премьер Сюрен Папикян, был назначен на пост главы оборонного ведомства. Согласитесь, что смена четырех министров за один год в стране, отказавшейся подписать мирное соглашение, накаляющий риск военных операций, говорит о том, что ее независимость тоже носит формальный характер. Сегодня мы в определенной степени, пока не могу сказать в значительной степени, но в определенной степени формируем политическую повестку дня Армении. И это реальность. Армения не сможет сформировать и 0,1% нашей повестки дня. Мы же формируем определенную политическую повестку дня Армении, и наши возможности постепенно будут расширяться. Определенные силы в самой Армении заявляют, что вся эта напряженность является следствием никчемной политики Пашиняна и ненужного давления. К тому же враг не может получить и желаемой поддержки от международных организаций. Игнорирование Европейским Союзом обвинений в отношении Азербайджана, высказанных министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на встрече глав МИД стран Восточного партнерства, открыто перечеркнуло все надежды на получение Армении какой-либо помощи от Запада. В этом контексте нападение военных подразделений проигравшей страны для захвата высот на Кербайджарском и Лачинском направлении государственной границы, занятие более выгодных позиций для достижения военного превосходства и ранения в результате двоих азербайджанских военнослужащих могут считаться последними попытками врага. Но азербайджанская армия готова отразить и подобные провокации, как и террористический акт врага, совершенный вблизи Шуши 13 ноября. Я сказал, что если кто-то в Армении думает о реванше, то он еще раз увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Если против нас будет совершена какая-либо провокация, то наш ответ будет очень жестким. Они сильно пожалеют и вновь столкнутся с горьким поражением. Так, Армения, совершая регулярные диверсионные акты, предпринимая попытки интенсивного нарушения режима прекращения огня, не оставляет Азербайджану выбора. В заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана также подчеркивается, что основная ответственность за существующую напряженность ложится на военно-политическое руководство Армении. Наблюдательная позиция официального Еревана в отношении происходящих событий или же политика демонстрации силы для предотвращения военной риторики может вынудить официальный Баку пойти на более жесткие меры. Малик Хасанов, Сабина Алиева, новости. Возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине генерал-майора Хикмета Гасанова. Как сообщили в Генпрокуратуре, военная прокуратура расследует факт ранения генерала, подорвавшегося на мине, в соответствии с Уголовным кодексом по статьям покушения на умышленное убийство двух и более лиц и покушения на убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды. Напомним, что генерал-майор Хикмет Гасанов 20 ноября минувшего года при въезде на бронированной машине в освобожденный от оккупации Ахдамский район получил ранение в результате подрыва на мине. Тело человека, подорвавшегося на мине в Ахдаме, эвакуировано с территории. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, сотрудники соответствующих органов приняли интенсивные меры по эвакуации с территории тела жителя Ахдамского района Заура Агаева, подорвавшегося вчера на противопехотной мине в селе Тагабейли Ахдамского района. Тело мужчины сегодня передано в соответствующие органы. Задержан пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденной от оккупации территории. По сообщению Министерства внутренних дел, в результате мер, осуществленных сотрудниками Тартерского районного отделения полиции, был задержан житель села Бурсунлу этого района Эмин Гасымов, который в обход контрольных постов хотел проникнуть в освобожденное от оккупации село Талыш. Несмотря на неоднократные предупреждения за попытку проникновения на территорию, не полностью очищенную от мин и не разорвавшихся боеприпасов, в его отношении был составлен протокол и направлен в районный суд. Государственная пограничная служба организовала медиатур на созданный на азербайджанско-армянской границе контрольно-пропускной пункт в селе Эйвазлы-Губадлинского района на магистрали Кафан-Гёрус. Здесь наряду с пограничной службой несут службу сотрудники Министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета. Подробнее в следующем материале.
Дорога Кафан-Гёрус была одним из наиболее часто используемых транспортных проектов в регионе, особенно во времена бывшего СССР. Поэтому с точки зрения восстановления коммуникаций в регионе, эта дорога имеет важное значение. В то же время данная территория позволяет увеличить объем грузов, перевозимых через данный регион. Здесь уже начал функционировать контрольно-пропускной пункт Азербайджана. Транспортные средства, принадлежащие Исламской Республике Иран, пропускаются через этот пост, пройдя регистрацию на таможенном контрольно-пропускном пункте. В течение дня около 50 грузовых автомобилей проверяются также с помощью специально дрессированных собак погранслужбы. В рамках медиатура был также посещен контрольно-пропускной пункт в селе Газанча Зенгиланского района. Сложившаяся ситуация такова, что если граждане Армении не захотят проходить через него, до пункта назначения им придется добираться альтернативным путем, потеряв при этом 3 часа. Граждане Армении пока еще не воспользовались этими контрольно-пропускными пунктами. Приоритетным вопросом, стоящим перед нами после освобождения территории от оккупации, является возвращение людей в родные края. И для этого в первую очередь реализуются коммуникационные проекты. Один из них – строящаяся магистральная дорога Бардахта. Новые дороги, являющиеся частью Великого Возвращения, строятся на всех освобожденных от оккупации территориях. Высокими темпами ведется строительство и на стратегически важной магистрали Бардахта. Дорога, строительство которой началось в апреле текущего года, соответствует первой технической категории. Строительные работы начались на освобожденной от оккупации территории Ахдамского района. Автомобильная дорога Берда-Ахдам на начальном этапе будет проложена до освобожденного от оккупации города Ахдам. Дорога пройдет по территории Ахдамского, Тертерского и Бердинского районов и соединит более 20 населенных пунктов. На дороге построены переходы для животных и водные коммуникации. На дороге 3 моста. Строительство началось в апреле и до настоящего времени с 14 километра до города Ахдам проведены земляные работы, продолжается процесс засыпки. На некоторых участках построено дорожное полотно. Дорожное полотно на участке с 10 по 14 километр расчищено, продолжается засыпка. На магистрали шириной полотна около 27 метров предусмотрено создать 4 полосы движения. Также проект включает сооружение вдоль трассы 26 автобусных остановок. На дороге будет построено 2 узла. На 14-м километре будет сооружена развязка в направлении Гузанлы-Тертер. На 40-м километре, на участке, который мы называем «Дорога Нахдаря», планируется строительство одноименной развязки в этом направлении. Дорога состоит из 4 полос движения, ширина каждой полосы составит 3,75 метра. На трассе будет 2-метровая разделительная полоса, а ширина обочин составит 2 метра. Дорога – это культура, дорога – это жизнь. Вот и эта дорога в Карабах выполнит миссию стать проводником для возвращения бывших вынужденных переселенцев на земли своих предков в родные края. Тем самым на эти земли вновь вернется жизнь. Эльнур Тофик, Эльмин Исфандиаров, Ксения Анисимова. Новости. На пленарном заседании Милли Мяджлиса вынесен на обсуждение в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год. Предлагается утвердить расходы государственного бюджета на 2022 год в размере 29 миллиардов 879 миллионов манатов, что является самым крупным бюджетом в истории независимости нашей страны. В бюджете предусмотрено повышение заработных плат и трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и других социальных выплат с целью улучшения благосостояние населения и обеспечение его социальной защиты. Бюджетный проект составлен с учетом таких приоритетных задач, как реинтеграция в экономику страны, освобожденных от оккупации территорий после восстановления и реконструкции, укрепление обороноспособности государства, усиление безопасности. В соответствии с Великим Возвращением возводится международный аэропорт, строятся дороги, осуществляется работа в сфере транспорта и коммуникаций. При составлении государственного и сводного бюджета на следующий год была учтена нынешняя ситуация. Необходимо повысить уровень продовольственной безопасности страны. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Мяджлиса заявил председатель Центрального банка Эльман Рустамов. Он отметил необходимость в осуществлении серьезной работы в экосистеме и коснулся проблем, с которыми сталкиваются банки страны.
Состоялась конференция «Воплощение веры и доверия народам», посвященная 29-летию создания партии «Единый Азербайджан». Участники мероприятия, организованного Советом ветеранов партии, обсудили деятельность организации за минувший период, отметили, что сегодня Азербайджан силен как никогда, а наш народ переживает самый славный период истории. На протяжении многих лет партия «Единый Азербайджан» играет важную роль в судьбах страны и народа как передовая сила, представляющая национальную политическую волю. Созданием партии «Единый Азербайджан» в стране была заложена основа новой политической воли сильного Азербайджана. Партия, созданная 29 лет назад по требованию народа в самый сложный и тяжелый период, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями, за минувший период прошла большой путь развития и, оправдав надежды, осуществляет важную деятельность, будучи одним из идеологических столпов всестороннего динамичного развития. Выступившие на конференции «Воплощение веры и доверия народа» рассказали о неоценимых заслугах основателя партии, общенационального лидера Гейдара Алиева, о многочисленных успехах Азербайджана во всех сферах. Партия «Единый Азербайджан», ставшая важнейшей политической платформой во имя укрепления нашей независимости и государственности, достойно выполняющая стоящие перед ней задачи, сегодня является крупнейшей политической организацией региона. Наша страна под руководством председателя партии президента Ильхама Алиева стремительно развивается и добивается исторических успехов. Отмечалось, что «Единый Азербайджан», объединяя в своих рядах тысячи представителей различных социальных слоев, используя имеющиеся ресурсы, общественно-политический авторитет, вносит важный вклад в будущее современного и сильного Азербайджана. Судаба Джахангирли, Джамиля Мамедова, новости. Ухудшение погодных условий на территории страны привело к ряду негативных последствий. Некоторые учреждения обратились к населению с просьбой соблюдать меры предосторожности. Подробнее в видеоматериале нашего корреспондента Рауфа Мамедова. По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, ожидается, что в Баку и на Апшеронском полуострове погода стабилизируется уже завтра. Сегодня наблюдается сильный северо-западный ветер, ночью он постепенно стихнет, а 17 ноября утром его сменит слабый южный ветер. С завтрашнего утра в регионах ожидается постепенное прекращение осадков. 18-19 ноября погода будет стабильной, преимущественно без осадков, как в столице, так и в регионах. Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с рекомендациями соответствующих правил предосторожности с целью обеспечения безопасности. Вчера вечером Государственное управление дорожной полиции предупредило граждан о внезапном изменении погоды. В связи с этим движущимся автомобилям было предложено минимизировать скорость передвижения. О важности соблюдения правил безопасности заявило и Главное управление Государственной дорожной полиции. Инспектор Тогрул Насерли сказал, что учитывая дождливую погоду и сильный ветер, увеличивается вероятность скольжения на дорогах. В таком случае участники дорожного движения должны сбавить скорость до минимума. А при парковке своих автомобилей они должны обращать внимание на находящиеся поблизости деревья, рекламные щиты и другие опасные объекты. Вместе с тем, сильный ветер повалил дерево перед жилым домом на улице Гашахнаби в Хатаенском районе Баку. По словам представителя исполнительной власти Баку Джаваншира Мамедова, в результате падения дерева никто не пострадал. Он также отметил, что в столице в целом было зафиксировано 17 подобных случаев. Рауф Мамедов, Эльнур Аббасов, новости. За последний месяц в Азербайджане наблюдается стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом. При этом в нашей стране ежедневно проводится около 10 тысяч тестов. Доля позитивных результатов среди них увеличилась с 2 до 13%. И это означает, что число людей, инфицированных коронавирусом, растет. Репортаж Вафы Агабалаевой. Пандемия коронавируса еще не закончилась. В некоторых странах борьба с пандемией, которая все еще сильна, продолжается. Но даже страны, которые в настоящее время контролируют распространение вируса, опасаются, что будет еще одна волна. Ослабление карантинного режима, снятие многих ограничений привели к полиширокому распространению вируса и повторному всплеску инфекций. По последним статистическим данным, число активных больных в Азербайджане сейчас составляет более 31 тысячи человек. Вакцинированные тоже болеют коронавирусом, но они легче переносят эту болезнь. Их не подключают к аппарату искусственного дыхания, и фактов смерти не фиксируется. Поэтому мы обращаемся к населению пройти вакцинацию.
Врачи говорят, что ошибаются те, кто утверждает, что температура воздуха не влияет на распространение коронавируса. По мере того, как осенью становится прохладнее, люди все больше находятся в закрытых помещениях, где снижена циркуляция воздуха. Все это, как известно, приводит к увеличению количества инфекций. Я никогда не верил в эту болезнь, но из-за того, что я носитель гепатита С, я не смог пройти процесс вакцинации. Уже 22 дня, как я нахожусь в этой больнице, и обращаюсь ко всем, сделайте вакцину ради ваших близких и родных. Текущая ситуация указывает на необходимость более активного вовлечения граждан в процесс вакцинации. Об этом говорят не только врачи, но и статистика. Простой пример. Только 0,6% вакцинированных людей в Азербайджане инфицировано. 97% пациентов, подключенных к аппарату искусственного дыхания, и 99% умерших от коронавируса не вакцинированы. В чем мы еще раз убедились, побывав в этой модульной больнице. Вафа Агабалаева, Айхан Кяримли, новости. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и до скорых встреч.